Здравствуйте, друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ начинает прямую трансляцию матча дивизиона 2Б. Родина и Булат – одни из лидеров, ну, по крайней мере, может быть, к Родине это в большей степени относится, но в любом случае и Булат относится к группе команд, которые будут сражаться в этом сезоне за попадание в первую четверку. Десятый тур. Чемпионат уже набрал обороты. Ну и вот видите, такой осенний антураж. Листья на поле, да и с деревьев также сыпется. Ну, посмотрим. Сегодня дождь целый день в Москве. Но я думаю, что сейчас, вот к моменту начала игры, погода вполне себе нормальная. Главный арбитр сегодняшней встречи Александр Гавриленков вывел команду в центральный круг. И сейчас даст стартовый свисток. Ну и после этого поговорим о составах. Для начала сам представлюсь. Ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский. Ну и давайте все-таки действующих лиц попробую представить. Родина играет в сине-черной форме. И поскольку у Булата также основной цвет синий в экипировке, вот пришлось воспользоваться оранжевыми манишками. Реалии второй лиги, к сожалению, не у всех команд по два комплекта. Причем у Родины, как сказал Александр Смирнов, есть белая форма запасная, но она с коротким рукавом, то есть это летний вариант. Поэтому все-таки в качестве хозяев сегодня химчане, и все-таки они приняли решение играть вот в этой экипировке. Ну а нам с вами будет просто чуть тяжелее разбираться, потому что у Родины не слишком заметные номера. Они есть, но они черные на синем и прямо по центру, и немножечко еще бликуют сейчас в этих сумерках. Что касается Булата, то здесь номеров не видно вовсе. Они есть у некоторых футболистов на шортах. Ну, у нас в шортах-то, в общем-то, только один игрок выступает. Посмотрим. Будут ли, может быть, в каких-то эпизодах сквозь манишки просвечиваться, потому что все-таки белые цифры на спинах у футболистов Булата. Тем не менее, дополнительные сложности только больше интерес придают. Родина начала активнее. И начну я представлять стартовые составы с химкинской команды. В воротах Роман Ёлкин, номер один, пара. Защитников Сергей Беспалов, номер 19, Михаил Воронов, номер 30. В опорной зоне Александр Царев, номер 8. По флангам Дмитрий Белобородов, 21, и Валерий Цимбал, 9. Под нападающим в центральной линии действует Артем Добролович, номер 5. И впереди Сергей Леснов, номер 10. Булат. В воротах Николай Демкин, номер один. Три защитника слева направо. Виталий Покровский, 16-й. Вячеслав Соколов, 8-й. Рати Хицуряни, 2-й. В центре поля Сергей Гнеушев, номер 71. На флангах Александр Ротарь, 36-й. Евгений Глыбин, 7-й. И впереди Артур Скрипник, номер 11. Всех представлю еще резервного арбитра. Игорь Елисеев сегодня будет управлять заменами, точнее регулировать замены, скажем так, и управлять табло на стадионе, а также осуществлять поддержку главного арбитра в ситуациях, когда помощь требуется. Ну, например, контролировать линию и контролировать, остался ли мяч в поле в спорных ситуациях. Ну, кстати, вот раз уж речь зашла, скажу, что Елисеев как раз один из тех арбитров, который частенько помогает вот именно в таких ситуациях, так творчески подходит к своему статусу резервного. В общем-то, думаю, что во многих эпизодах помощь его не лишняя. О Родине уже много говорили, много писали, и в частности обозреватель вторых дивизионов нашей компании Александр Седов. Естественно, эта команда вызывает большой интерес. Ну и вот с точки зрения
с кадровой точки зрения, да, с точки зрения состава, с точки зрения наполненности заявки, команда действительно могла бы, наверное, выступать не обязательно во втором дивизионе, может быть, и в первом, и где-то там к вышке примериваться, потому что здесь все сплошь известные игроки. Ну и ведь некоторые начинали сезон в «Энергомаше». Александр Смирнов, как руководитель, достаточно известен на севере, и, в общем, сам он играл в воротах, и, собственно, в заявке на игру также числится, заявки на игру, заявки на сезон. Ну, а его, скажем так, большая часть карьеры прошла в «Дружбе», где он собирал там очень интересную команду. В общем, долгое время и руководил ею с Бровки, там, пусть не единолично, но все-таки. Ну и Александр Черненков, Александр Царев, да. Ой, какой гол-то классный! С лету буквально вколачивает в дальний угол. Ну и что? Это у нас, насколько я понимаю, Добролович как раз. Шикарный удар. И у него этот гол 7-й в чемпионате. О статистике поговорим чуть позже. Но действительно, вроде бы ничего не предвещало. И тут такой выстрел шикарный. Я думаю, украшением традиционного хит-парада передачи «На Бровке» станет. Во-первых, не часто вообще технический элемент футболистам чисто удается исполнить, так с лета пробить. Ну и во-вторых, важный момент игры. Дебют «Булат» — команда, которая, в принципе, любит играть вторым номером и умеет закрываться. Но теперь придется действовать по-другому. И «Булат» очень неплохо атакует. Сейчас Ёлкин выручает свою команду. Продолжают стальные на левом фланге тут нагнетать активность. И вот этот удар, к сожалению, выше ворот приходится, но в целом атака была хороша. Так вот, продолжая разговор про Родину, надо сказать, что со второго тура заявилась в чемпионат. Так, сейчас Добролович опять мяч тащит в чужую штрафную, бьет, попадает в соперника. Здесь ничего интересного уже не получится, а вот контратака у «Булата» может еще пройти. Вот как раз в углах поля листьев больше всего, поэтому там скользят игроки. Но еще один момент, и страхует своего голкипера Валерий Цимбал, по-моему, вернувшийся на позицию защитника, страхует своих партнеров. Родина играет в два центральных. Это значит, что фланговым игрокам по задаче вменено опускаться в оборону пониже. Ну и практически без центра поля команда сейчас действует. Очень живая игра. Сейчас контратака 3 в 2 получается у «Булата». Слева есть вариант. Вот она, эта передача. Ну, а завершение-то будет? Будет, но здесь уже угол был слишком острым, и Ёлкин сократил дистанцию. Пока голкипер Родины действует безошибочно. Так вот, Александр Смирнов перед игрой, мы поговорили, он сказал, что очень долго решались организационные вопросы, поэтому не удалось заявиться с первого тура. И, может быть, не все футболисты, на которых рассчитывали, оказались в заявке. Ну, не все просто были готовы столько ждать. Та тройка футболистов, которая была в «Энергомаше», почувствовала, что есть возможность, наверное, уйти. Не чувствовал себя, может быть,
частью этого амбициозного проекта. Хотя в прошлом сезоне Александр Черненков говорил, что с Энергомашем именно попытаются они высший дивизион покорить. Но вот новый проект, очередной. И здесь футболисты не только из дружбы собраны, но и те, кто за Росэнерго играл. Ну а Сергея Леснова, вы знаете, как яркого бомбардира, ярчайшего по выступлениям за Диксон. Что интересно, у Родина в заявке всего 14 человек. Вот сегодня не играет Черненков, у него травма. И из тех, кто внесен в заявку, Александр Смирнов не переодевался. Ну, понятно, что там в случае каких-то непредвиденных обстоятельств он достаточно быстро сможет переодеться и принять участие в игре. Но в целом это не планируется. Таким образом, вот минус 2 это уже 12, и одного футболиста сегодня нет. На Флотской, соответственно, 11. Три замены, и это все игроки. Я спросил, не стоит ли заявить кого-нибудь еще, на что получил ответ, зачем все ездят, все хотят играть, все примерно равные по классу, и тот самый случай, когда совершенно нет необходимости заявку искусственно увеличивать, может быть, в ущерб игровому времени и какие-то создавать не самые комфортные условия для лидеров команды. Ну, а лидером Родины, безусловно, Артем Добролович является. Он ведет всю игру в центре поля. И он, собственно, сыграл всего 4 матча, в то время как его команда провела 7, это 8-й поединок. И набрал 18 очков по 7 гол плюс пас. 6 плюс 12 у него было, и вот сейчас 7-й гол. То есть, таким образом, может, даже 19 очков в 5 матчах, практически по 4, но это сумасшедший показатель. Я скажу, что вроде нет ярко выраженного бомбардира, потому что вот лучшие бомбардиры дивизиона 2Б, Александр Степнов и Андрей Бонадысенко, по 13 мячей имеют, но там же рядом Юрий Волос и Султан Джамилов из московской Буцы. Лучшего бомбардира Родины нет, потому что три футболиста, Денис Минеев, Александр Черненков и вот теперь Артем Добролович, забили по 7. Но кто скажет, что из-за этого команда стала слабее? У Сергея Леснова, кстати, 3 гола, но он также сыграл всего в 4 играх. И потенциал тут, конечно, сумасшедший. Родина выиграла все матчи, в которых участвовала в этом сезоне, 6 в чемпионате. Одну игру в Кубке Северной Лиги. И вот это единственное поражение техническое так получилось на счету московской Буцы. В первом туре можно сказать, что зелено-черным повезло. Московская Буца тоже в лидерах находится. Собственно, перед началом тура на втором месте команда располагалась вслед за Axiom Group. Но все-таки давайте будем откровенны. Вот я совсем не уверен, что московская Буца обыграла бы Родину в первом туре, если бы команды встретили. Ну, например, если бы первый тур был перенесен, и вот сейчас бы игрался. Но одно дело потенциал, другое дело реальные выступления, реальная сила команды. Мы знаем, что во втором дивизионе очень часто появляются клубы, которые организационно и по составу превосходят своих соперников, но не всегда так получается у них с первого раза выйти в первую лигу и, может быть, потом даже выше. Ну вот из свежих примеров «Легион», помните, достаточно долго не получалось выйти, но уж потом как вышли, так и сразу до высшего дивизиона, потом закрепились, и сейчас такой середняк с претензией на большее. «Легион» в вышке, может быть, вот по какому-то подобному пути и «Родина» сможет пройти, но все-таки с каждым годом разрыв между дивизионами увеличивается, и команда, даже если доминирует во второй лиге, должна будет определенную селекцию проводить для того, чтобы состав соответствовал следующему уровню. Ну, сейчас, смотрите, Демкин 2 хороших сейва подряд делает. Родина зарабатывает угловой в конце 14-й минуты игры. И надо сказать, что к этому времени чуть-чуть выровнялось, правда? Булат почаще стал на чужую половину переходить.
несколько таких моментов, которые Ёлкин ликвидировал. Ну, может быть, не самые опасные моменты, но вот, пожалуйста, какова реализация, а, сейчас? Блестящая подача. И Валерий Цимбал головой в дальний угол мяч отправляет. 2-0 к середине первого тайма. Чтобы Булату удерживаться в этой игре и, может быть, продолжать рассчитывать на какие-то очки, необходимо реализовать свои моменты. Пока все, что было у стальных, они загубили. А у Родины, наоборот, 100% реализация. Еще одна атака сине-черных. Прострел. Здесь до удара дело не дошло, но очень на тоненького, конечно. Тяжеловато Булату обороняться. Что касается турнирной таблицы в целом, то здесь надо отметить, группа очень интересная. Пока, конечно, рановато вот так в лоб соперников из ведущей, из лидирующей группы сравнивать. И в этом отношении очень интересные очные поединки команд из первой четверки, может быть, из первой восьмерки даже. Но вот матч между Родиной и Штарком был перенесен. И поэтому на третьем и четвертом месте эти коллективы располагаются, имея по 18 очков после 7 проведенных поединков. А лидирует в чемпионате Аксиома Группа и Московская Буца, которые сыграли по 8 раз. Аксиома набрала 19 очков, МБ 18. И в последнем туре сыграли между собой в ничью 4-4. Таким образом, у нас один балл разделяет первую и четвертую команду. Плотность сумасшедшая. Ну, а есть еще ВЭД, есть еще Галактикас, есть Булат. Ну, и ряд команд, которые, может быть, там, к середнякам относятся, потому что сложнее им стабильно, ровно проходить всю турнирную дистанцию, но зато способны преподнести сюрприз в отдельно взятой игре. Вот, например, на девятом месте «Молния». Да, и «Молния» в случае оптимального сбора, да, я думаю, может любую команду из лидирующей группы обыграть. Что касается ВЭД, то команда интересная, задорная. Там Александр Степнов в очередной раз хороший коллектив собрал. Я не думаю, что ВЭД будет бороться за выход в первую лигу. В любом случае, даже если будет, то ну, это все-таки тяжеловато для этой команды. Но в отдельных матчах это и яркий атакующий футбол, и большое количество забитых мячей самим Степновым. Я думаю, вот за звание лучшего бомбардира он поборется наверняка, хотя уже давным-давно не играет, только в нападение, еще в центре поля игру команды организует. Ну, в общем, футболист очень интересный по меркам любительского футбола, да, вот отбросим сейчас даже не всю высшую лигу, а те команды, которые по нынешним меркам укомплектованы профессиональными игроками. Так, ну, здесь пока Родина третий мяч забивает, у нас, в общем, интриги-то особо никакой нет. Сейчас отличается вышедший на замену Максим Букин. В начале 19-й минуты, уже 3-0. И, к сожалению, вот пока кажется, что Булат к этому матчу готов не слишком здорово. Ну, а Родина просто в удовольствие играет, даже не включая каких-то дополнительных оборотов. Так вот, продолжим. Пока все плотно, пока очень интересно, но как будет дальше развиваться, посмотрим.
я думаю, что со временем у нас все-таки выделятся те команды, которые будут, потому что все-таки, вот опять же, МБ, да, команда, безусловно, самобытная, очень интересная и способная вот так на дистанции бороться с лидерами, бороться с конкурентами и ставит наверняка перед собой задачи определенные. Но вот как была в общественном сознании московской Бутса командой одного футболиста, просто раньше это был Роман Анпилов, то сейчас вот примерно так же говорят в отношении Султана Джамилова. Ну, понятно, что футболист... он молодой и уже поигравший, там и за спиной у него молодежка Спартака и Маяковская дружба. Но в любом случае, ну, на одного игрока делать ставку по ходу сезона, ну, совершенно неправильная стратегия. Ну, как неправильная? То есть она имеет место быть, и она глупо отказываться, да, если она проходит, но... где будущее, да, у такой стратегии, ну вот уедет Джамилов играть куда-то в футбол профессионально, и каким образом дальше будет московская Буца поддерживать этот темп, играть на равных с лидерами турнира. Вот еще одна интрига, здесь можно рассуждать. Может быть, я ошибаюсь, и все получится. Я, честно скажу, не так много матчей эта команда видела в этом году, поэтому... Может быть, откроются какие-то еще звезды, звездочки, которые, по крайней мере, по меркам второй лиги будут способны обеспечить такое достаточное для борьбы за лидерство качество команде. Ну и в отношении Булата, наверное, тоже можно что-то подобное говорить. Булат всегда считался командой, которая не очень хорошо начинает чемпионаты. И... не обладает, наверное, такими футболистами, которые способны обеспечивать красивую атакующую игру. Но Булат всегда умел терпеть, всегда умел сражаться. Ну вот, похоже, что сегодня сражение, правда, не получится. 22-я минута, 4-0. И все у нас разные футболисты забивают. Сейчас посмотрим, кто отличился. Это Денис Минеев, да? 17 номер, у нас, видите, уже забивают те игроки, которые со скамейки выходят. Так вот, Булат приучил, что умеет сражаться, умеет бороться. Его позиция наверху, вот примерно где-то так, 3-6. В общем-то, особенно сомнениям никаким не подвергались. И в прошлом году команда успешно выступала, да, может быть, чуть-чуть не хватило в самой концовке сезона. Но вот сейчас, если Булат вспоминать в качестве фаворита, то потеряно уже слишком много. Вот сегодняшнее поражение, вот я так уверенно говорю, ну потому что 4-0 за треть игры и... Ну, здесь не верю я в какую-то интригу. Здесь единственный вопрос счета остается. Вот сейчас у Булата хороший момент. И один мяч. Команда отыгрывает. Ну и отличился у нас... Посмотрим. Александр Ротарь, по-моему. Но чуть позже я этот момент уточню. Сегодняшнее поражение, если оно случится, или когда оно случится, станет для Булата четвертым после 9 проведенных матчей. Естественно, понимаете, что такие отрывы при всей плотности, которые существуют, ну, слишком значительно для того, чтобы на каком-то отрезке чемпионата совершить рывок и отыграть. В общем, мы не вычеркиваем, конечно, Булат. И
опять же, где-то там побороться. Побороться за что? Да, вот, например, за первое-второе место, может быть, там первое-второе-третье, ну, маловероятно. А вот за четвертое уже ближе к истине, потому что не факт, что и первая четверка, вот так нарисовавшаяся, сейчас вроде бы удержится в текущем состоянии до конца чемпионата. Ну, во-первых, скоро зима настанет, это отдельный вид футбола в Любительской футбольной лиге. Во-вторых, не исключены какие-то изменения в составах. У нас скоро первое трансферное окно открывается по ходу сезона. Можно несколько раз проводить до заявки. Поэтому посмотрим. Все-таки здесь, на севере, особенно вот в низших дивизионах, где команд много выступает, здесь сезоны очень длинные. И, конечно, шансы отыграться всегда есть. Но вот если идти с 50% результатом, то этого все-таки мало для того, чтобы считаться лидером. Перед сезоном, да, Булат к этой группе относили. Что сейчас? Сейчас, пожалуй, появились слишком сильные команды в качестве соперников. Может быть, для Булата какое-то стечение обстоятельств удачное в прошлом году было в дивизионе, удачная там жеребьевка, например. Сейчас видим мы, что вот так очевидно класснее некоторые клубы. Поэтому перспективы немножечко туманны. Но, тем не менее, вот Булата не отнять желание не опускать руки и играть до самого конца. И в этой игре в том числе. После 4 пропущенных мячей, видите, один удалось отыграть. Видите, даже неплохая такая перепасовочка в центре проходит. Без особой перспективы для наступления, потому что, видите, оказался в углу поля нападающий Стальных. Но заработал штрафной. На стандарт всегда опасно. Если я говорил, что у Родины нет ярко выраженного бомбардира, то у Булата подавно. Здесь Николай Бушков и Сергей Гневшев по 4 мяча забили, у остальных меньше. Ну, смотрим штрафной. Ух, с рикошетом там, по-моему, мяча коснулся Сергей Беспалов. Но, видимо, кто-то из игроков Булата и в концовке также перед тем, как мяч пределы поля покинул. Поэтому удар от ворот. Ну, я так сейчас присматриваюсь, вроде бы Василий Башкин забил у Булата. В любом случае, в перерыве еще уточню у Александра Гавриленкова, он-то всю эту статистику ведет. Согласно своим обязанностям. Здесь сейчас нарушение правил фиксируется. Александр Царев на газоне. Да, темновато у нас, смотрите, 5:30, даже еще 25 минут. Уже такие сумерки полноценные. Я думаю, что в перерыве свет на стадионе включат. Ну и видите, опять же, ведь чуть раньше должна была эта игра начаться. Собственно, к вот этому моменту уже середина второго тайма должна была идти. Но вот эта вот набегающая погрешность временная по ходу игрового уикенда
чуть-чуть так помешала соперникам. Это Владимир Благов нам привет передает. Головой отправляет мяч практически в камеру. И одна из последних атак, наверное. Родина численное преимущество имеет. Удар в дальний угол и после рикошета угловой. Спешат химчане. Разыгрывают мяч. Прострел. Ух. Какая срезка. Еще раз будет разыгран корнер. Подача. Опасно, но на этот раз никто по мячу не сыграл. Ну вот и все. Отправляет Александр Гавриленко в команды отдыхать. А Игорь Елисеева, наверное, зажигать свет на стадионе. Мы тоже передохнем пару минут, друзья, и вернемся к началу второй половины. Возвращаются команды на поле. Точнее, уже практически все на своих позициях. Все готово к началу второго тайма матча 10-го тура дивизиона 2Б. Родина Булат после первых 30 минут 4-1 впереди химкинская команда. Ну и все 5 мячей в этой игре забили разные футболисты. Началось все с чудо-гола Артема Доброловича. Затем Валерий Цимбал удвоил преимущество Родины. После этого мячи забили Максим Букин и Денис Минеев. И в концовке первого тайма у Булата забил Александр Ротарь. Еще раз для тех, кто только сейчас подключился к нашей трансляции, скажу, что Родина действует в синей-черной форме. А Булат также в синий, но с надетыми поверх нее манишками. Поэтому нам с вами немножечко сложно узнавать игроков. Но мы вроде бы пока справляемся. Ну и, честно говоря, пока справляется Родина. Без особых проблем реализует свое большое преимущество. И надо сказать, что с очень хорошим процентом реализации атакует. Я вот не стал бы сейчас таких громких заявлений делать, что у Булата столько же было моментов. Но были моменты еще, помимо гола. И вот сейчас второй мяч остальные забивают. Ну и что это? Судя по всему, опять Ротарь. Вот сейчас хотел нам показать как раз свой номер, который просвечивает через манишку, но задрал футболку, чтобы мы этого не узнали. Но теперь-то мы знаем этого футболиста в лицо. И, может быть, где-то возвращает интригу. Я после 4-0 сказал, что у Булата и шансов-то особенно нет. Ну вот, какие-то есть. Ротарь, кстати, вырывается в лучшие бомбардиры Булата. У него было 3 гола перед началом этой игры. Теперь 5. Я переделал на двух своих партнеров, которых по 4 мяча. Что касается Родины, то здесь теперь лучший бомбардир Минеев. У него 8 голов на счету. Но, как я уже говорил, в Родине у всех такая замечательная статистика. И так все удачно для команды складывается, что в принципе не думаю, что какой-то из футболистов ставит себе задачу
по индивидуальным показателям занять лидирующее место в чемпионате. О родине мы подробно поговорили. Вот единственное, что хотелось бы добавить к моим словам, сказанным в первом тайме, что самый тяжелый матч для команды был уже достаточно давно против Панорамы. Родина выиграла тогда 3-2. И во всех остальных поединках не забивала меньше 5 мячей. И не пропускала больше 2. То есть вот если этот матч с Панорамой вынести за скобки и среднестатистически подбить, то больше Родина пропустить не должна. И где-то еще один голик там затерялся на второй тайм. Оставили его сине-черный. При этом два мяча относятся абсолютно ко всем матчам без учета, без вынесения за скобок игры с Панорамой. Поэтому мы можем сказать, что в целом у Родины достаточно надежная оборона. И это даже несмотря на то, что атака явно превалирует, что ли, является таким командным клубным кредо. Что же касается Булата, то у него все сразу пошло не так. В первом туре команда проиграла Торпедо. В четвертом Аксиоме, ну вот, кстати, с Аксиомой-то игра была очень хорошая, и Булат всего лишь 0-1 проиграл. Там, пожалуй, и на ничью можно было рассчитывать как минимум. Но так неудачно сложилось. Ну и в конце сентября еще и Атвет. Остальные потерпели поражение, причем со счетом 1-4. Последний матч был обыгран Бусиновым. Но вот если так прямо сейчас говорить, пожалуй, не самое великое достижение. Тем более, что еще такой 5-3, вроде бы не заявленным преимуществом, но это точно. Вот до этого у Булата был хороший отрезок, когда команда две игры подряд не пропустила, обыграв Волну 1-0 и Восход 5-0. Ну а если какие-то положительные находить результаты по ходу этого сезона у Булата, то к таковым можно отнести победу над Штарк. 6-4. Штарк один из фаворитов, один из конкурентов. И вот здесь Булат сыграл действительно здорово. Тогда, может быть, казалось, что и потенциал свой он еще не полностью реализовывает. И поражение в первом туре было случайным. Но с забиванием голов в целом большие проблемы. Вот смотрите, в 8 матчах 21 мяч. И это надо понимать, что 6 было забито в ворота Штарка. 5 в ворота Восхода. Это 11. Ну, соответственно, считайте, в остальных 6 всего 10. А тут, пожалуйста, 4-3. Вот она, интрига-то на ровно.
Ну что ж, возвращаемся мы в эфир, друзья. Небольшие технические неполадки удалось преодолеть. У нас тут на Флотской, во-первых, кратковременный, но очень сильный дождь прошел. Во-вторых, после третьего мяча Булата, который провел Артур Скрипник, отличилась и Родина. Вот буквально недавно, на 48-й минуте. Поэтому счет 5-3. Ну и вот о таком глобальном преимуществе химчан речь уже не идет. Химчане, к тому же, пропустили впервые в сезоне больше двух мячей. Но по-прежнему шансов у Булата на то, чтобы отыграться вот так, так по-серьезному, может быть и немного. Будем смотреть. Концовка игры в прямом эфире. Еще 10 минут до конца. Еще всякое может произойти. Ну и, так знаете, отдельно, наверное, стоит поблагодарить футболистов и Булата прежде всего за то, что они не сдались и подарили нам зрелище. Потому что все-таки после счета 4-0 казалось, что уже ничего интересного здесь не будет. Может быть, так казалось и футболистам Родины в том числе. Ну а в итоге такая достаточно плотная концовка. Посмотрим, к чему это все приведет. Здесь Александр Гавриленков не верит Сергею Леснову. Считает, что тот повалился на газон по собственной инициативе. Но Родина сохраняет мяч. Здесь вот Ёлкин его в игре оставил. Сейчас многовато брака все равно. Но время не на Булат работает явно. Атака правым флангом. И опять на отрезке разбивается на эпизоды игра. Буквально там пара передач проходит, потом или потери, или какое-то единоборство, или мяч просто пределы поля покидает. Ух, сейчас момент был, и возможно было пробить воротом. В итоге тут блокируют защитники несколько подряд выстрелов, а дальше Ёлкин. Опять он вовремя из ворот выходит и мяч в руки забирает. Сейчас на встречных курсах идет футбол. Примерно такой, как в самом начале игры. А здесь надежно сыграл игрок Булата. В центре поля не позволил себя обыграть и заработал угловой еще. Потому что Ёлкину пришлось после дальнего удара тащить мяч из угла. Подача нет, очень сильно. Но можно попробовать прижать так соперника, да, не позволить ему выбраться. Родина легко, кстати, это делает. Леснов назад. Здесь неточность. К концу игры, кстати, такого брака стало много. В действиях химчан, но у Булата его было достаточно по ходу всего матча, но... Тут, знаете, к разным командам разные требования предъявляются. Еще один опасный момент. И мяч после удара Скрипника чиркает по штанге. Даже похожий эпизод на третий голевой. Но сейчас чуть-чуть точности не хватило. Еще 6 минут. Конечно, четвертый мяч Булата обострил все до предела.
Но это... Его еще забить нужно. В принципе, неплохая атака. Но здесь и в обороне, в отборе надежно действуют сине-черные. И неточный пас Михаила Воронова. Цуряни за боковой и своему. Вот, совсем неплохо. Ближний угол удар. Ёлкин, мне кажется, момента самого удара не видел, поэтому так реагировал в последнюю секунду и дотянулся до мяча. В итоге рукой мяч на угловой опять выбил. Подача. Опять. Голкипер Родины вступает в игру. Булат давит. Может быть, несколько прямолинейно, но вот опять же в характере, в отсутствии характера, наверное, не упрекнешь, да? Стального такого, настоящего. Ёлкин. Вынос на чужую половину поля. Ну, получается что-то вроде передачи, но здесь, если бы защитник не ошибся, то было бы намного сложнее. Сейчас Добролович и шестой мяч в сетке. Николай Демкин. Но теперь, пожалуй, все. На 57-й минуте Родина все-таки снимает все вопросы о победителе. Если они в середине второго тайма и появились. Ну что ж, давайте итоги этой встречи подводить. Основным, наверное, основными будут являться следующие факты. Во-первых, Родина имеет какой-то колоссальный запас прочности. И, в принципе, я не думаю, что даже сегодня мы увидели что-то близкое к 100%. Ну, где-то на... половину, может быть, на три четверти расчетной мощности. Сейчас Родина играет, и все равно этого хватает для того, чтобы круто побеждать, потому что состав наполнен исполнителями, которые способны решать эпизод в одного. Артем Добролович действительно лидер, действительно футболист, который способен выигрывать матчи. Он и голевые передачи отдает, и забивает сам. Ну и вообще является самой заметной фигурой. Тем более, что сегодня не играет Александр Черненков. Еще один футболист, которого в этой команде, в этом составе многое зависит. Что касается Булата, то здесь можно кому-то похвалить за то, что она продолжила сражаться и максимум сделала, ну, наверное, из того, на что была способна по ходу вот этого неудачно складывавшегося для себя матча. К 22-й минуте было 0-4, к 40-й, к 37-й и, условно говоря, до 47-й было 4-3. И были шансы в обе стороны, может быть, не на три результата, это было слишком громко так говорить, но, по крайней мере, ну, плюс немножко удачи, и можно было у Родины отбирать очки. В целом, достаточно интересный футбол, несмотря на погоду, несмотря на то, что вот такими волнами команды инициативы владеют. Футбол команд, которые действительно относятся к лидирующей группе дивизиона 2Б, но все-таки с понятным распределением сил в этой самой группе. Родина одерживает 7-ю победу
чемпионате. И ну так вот сейчас не скажу, сходу не прибавлю по календарю, какая ситуация, но по крайней мере сохраняет как минимум свою позицию, а может и временно перемещается чуть-чуть повыше. Ну а Булат пока оказывается под прессингом Икара, Молнии, Галактикас, ну и Вет, который и без того был выше. 6-3, друзья, игра завершена. Будем с вами прощаться. Для вас работал Кирилл Разумовский. Увидимся здесь, на полях Северной лиги.